На первом этаже все видишь из земли сделать. Это фигня как-то, да? А, и Богдан сразу по ящикам, да? Нет. Пошли на второй этаж. Там ничего нормально, я уже все просмотрел. Ничего ценного. Одно говно только. Да, залазь наверх. Здесь у нас... Ну вот, что видишь, то и видишь, да? А, кстати, вот балкончик прикольный. А, ты так два раза нажал, что оно открылось и закрылось, да? Это все супер-пупер-мышка. Вот мне больше нравится такая просторная комната, чем перегороженная, да? Ну как тебе, Андрея? Задумка масштабная, но... Я из дверей выйти не могу. Нормально? О. Кстати, а это я сделал, Леон? Зачем наверху? А, это я туда лазил, чтобы посмотреть на этого, на пришельца. Что такое? Что? Что ты нашел? Ты нашел динамит? Золотой шлем? Ты нашел... А что ты взял? Да. Ничего. Ничего я не брал. Могу зарезать, проверить. Зарезать? Зарежь, я ничего не брал. Да ладно. А, ты золотой шлем увидел? Да? То мой, я тебе его скинул. А что ты увидел такого? Да ничего, просто у тебя тут много, до хрена всего. По-любому динамит. О, песок. Динамит песок, стрел, я да? заберу песок. Динамит да стрел. Да у меня мой. Есть, у меня нет. Точно? Да, я песок взял. Вот брехло, а. А песок мне оставь, мне нужен. Срочно. Срочно дай песок. Эй, там курица, не ходи туда. Отекай, а, курица убежала одна, сука, стой. Стой, сука. Эй, где, а, вот, скотина такая. А, дай мне песок, мне срочно нужен. Весь? А сколько у тебя? 35. Половину дай. Правая кнопка нажми, он половину разделит. Ну, или так. Ну, хорошо, сай. Ого. Приключила, так приключила. Так. Точно ничего не забирал? Нет. Смотри. Там паук. Паук это хорошо. У тебя, конечно, хорошо, но у меня дома лучше. Ну, понятно. Это не дом, я же говорю, это убежище. Убежище юного героя. Так. Тебе надо попробовать отсюда слезть. Ай, на меня напали. Так, буду добывать. О, я нашел кремень. Оу, нашел кремень. Так. Как отсюда слазить, чувак? Не знаю. Просто прыгай в водопад. Так. Мне нужно добывать кремень. А где водопад? Да там где-то посмотри, поищи. Так, ладно, хватит мне его добывать. Так, вроде все добыл. Многие ингредиенты у меня уже есть. Отлично. Текаем. Офигеть. Крипер, я слышу, там тебя гудит. Это не очень хорошо. Где он там у тебя? Нифига себе. А ты в водопаде выжил? Ну и я выживу. Кстати, крипер до сих пор жив? Нет. А где он? Ты его убил? Да. Порох есть? Есть порох? Нету. Как это нету? Ну дай пороха. Один. Ну дай. Я ж собираю, у меня тут тоже есть. Я сейчас пойду поохочусь на криперов. Вон, он по льду поехал. А. Гребаный порох. Ладно, я так. Пойду охотиться на криперов. Потом к тебе телепортнусь, если чё. Ага, если я найду свой дом. Кстати, а, нет, я знаю, где можно использовать динамит. У тебя в подвале, чтобы его расширить чуть-чуть. Да, там и так внизу этот, ямки. Ну я, ну, хотя да, ну как хочешь. Я тебе предложил, твое дело отказаться. Я там и так его бетонировал, чтоб... Блин, сколько разных мо... А, не, вижу, к
или он пропал. Куда делся Крипер? Я его только что видел. Эй, Крипер, ты где? Крипер. Какой нехороший Крипер. Взял и убежал. Эй, Криперок. Фак. Где Крипер? Ты, а что там? Там лава? Блин, уже рассвет. Мне уголь нужен, чувак. Ой, а я с голода вообще помираю. Уголь у меня ноль. Так что придется тебе как-то без меня. Кстати, что здесь? Ничего и нет, да? Что это за дырка? А, скорее всего, это глюк. Тут есть... А, нет, это не глюк. Тут просто темно. Пойду корову убью, курицу. Не-не-не, не убивай корову, ты чё? Ну, лучше... курицу. Нажми лучше правой кнопкой. Ну, пшеницу возьми в руки и сделай доброе дело, разведи их. Вау, вау, вау. Ай-яй-яй, куда я попал? Нет. Фух, закрой. Ты ко мне этот телепортнулся, пиши. Да. Там, слышишь, теленок мычит. Так. Ну чё, чё будем взрывать? Пойду на природу выбирать место, которое нужно взорвать. Как отсюда? А, вот так. Ой, я вижу Крипера. Крипер, дорогой. Ты пришел ко мне. Помоги. Ты что, там дырку сделал, тише? Нет. Я вышел. Крипер! А. Есть. Он умер, но только не говорите, что из него порох. А, не, выпил. Выпил один кусок. О боже. Какие хрено. О, еще один Крипер смотрит на меня, главное так. Главное, такими глазами на меня смотрит. Во. Блин, как я круто промахнулся рядом с ним. Скотина, стоять. Стоять, Крипер. Ты где? Крипер. Скотина. Кто-то убежал. А, вот он ты где. Какой непослушный Крипер, а? Попался. Я вообще в шоке. Так, ну пороха нужно еще хотя бы кусочек. Так, а поэтому... А как делать вот эти вот пластины? Я уже забыл. Какие? Так, стекло вот это вот. А, тебе нужны эти панели? Ага. Стеклянные. А, или три штучки внизу так. Раз, два, три. Или шесть. Попробуй три. Хотя нет, шесть, наверное. Шесть, да. Шесть. Да-да-да. И шесть панелей, да? Не, панели должны быть 16, да. Ой! Овца. Смерть. Смерть тебе, овца. Хотя ладно, живи. Сегодня я добрый. Так, тихонечко иду. Тихонечко. Так, вот жаль, что криперов больше нету. Это очень плохо. А, кстати, классные ты ступеньки зачудил. Ого. Опять ты посуду бьешь. Ага. Ну, хорошо. Готов? А, ты можешь оттуда, кстати, наблюдать фейерверк. Я здесь немножечко пошалю. На-на-на-на-на-на. Ну, а потом буду тут что-нибудь, ну, там, например, строить тут что-то буду. Ты готов? А, да. Готов, да? Ну что ж, я поджег, отойду и посмотрим. Ого. Ого. Нифига себе. Я представляю, как бы мы расширили у тебя этот подвал. Так, первый только взорвался один, а второй упал уже вниз, и внизу такую еще сделал. Глубокую ямку. Зато у меня теперь дофига земли. Еще то же самое можно с камнем провернуть. В натуре. И добывать его не надо. Ну, конечно, он не весь будет. Но сколько будет, столько и будет. Мне бы еще крипера найти. Ладно. Посмотри на мой балкон. Застеклил, так застеклил. От радости прыгаешь, да? Так, я вот думаю, может мне эту пробоину всю заделать, чтобы тут как и не было дырки, а? Как ты думаешь? Да, да.
Не, ну внутри там останется, это будет наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Та-ра-ра-ра-рам. И... Ага. О, отца там будет жить вечно. Прощай, отца, она попалась в мою коварную ловушку. Давай. О, я знаю, что я еще, во что я еще поиграю. Знаешь, во что я поиграю? Лучше. Мега-мега-супер-попер игру. А, фак. Называется «Орки должны умереть». Ты ее, конечно, знаешь. Я же тебе приносил, показывал, да? Ну, помнишь, Боди? Ну, Tower Defense, ну, жанр. Там, короче, орки выбегают, а там этот... помощник он тот, ты их отстреливаешь. Да, 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 вот это была жесть. Так, блин, а почему у меня не хватает этого грёбаного земли? Согласись, улетная игра, да? Ага. Что я ее планирую на днях пройти. Опять? По быстричку. Да, да я в нее давно играю. Блин, я чувствую, меня сейчас из Майнкрафта выкинет. Чё? А, да потому что игра чего-то требует, там, memory. Ой, это печалька. Блика. Ну, нормально, сойдет. Итак, сойдет, да? Ого, сколько палочек. Так, и я все-таки дострою это. Это непотребство, да? Ты где? Отлично. Да я достроил свою дырочку. Я тебя вижу. Там замурованная овца. Если наступит, да, я видел. Если наступит конец света, будет что пожрать, да? Ага. А тут нельзя столики, там стулки делать. Да можно. Как-то Андрей делал, я забыл. Тебя, блин, надо зайти на сайт позырить. Да, или это. Да, Андрей, спасибо. Так, классные ступеньки, да? Да, только я их сейчас подрихтую пойду. Они грубые слишком. Правда, у меня, чтобы их рихтовать, материала не так уж и много. Но я что-нибудь придумаю. Ах ты ж, паучара, это ты меня задолбываешь все время, да? Паукан. Это да. Не, пойду-ка я, наверное, курицу заколбашу. Или у тебя есть еда? У меня есть еда. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Стой. Блин, вот, прыгни. Ну, прыгай. О. Не, сейчас прыгай. Еще прыгай. Ну, короче, уйди оттуда. А то почему-то он не хочет. О, все. Фак. Так, что-то надо подставить, значит. Сейчас подставлю быстренько. Давай, детка. О, все. Есть такое. Ну, это на время. Когда мы доделаем потом. Пожрать ты хочешь? Да. Ну, пошли. Пошли. Сейчас что-то выделю тебе. На жареную курицу один кусок. И хлебушек. У тебя прям вообще, как в ресторане, да? Пир. Пир. Да, пир. Я пока пожарю говядинку. Блин, сколько у меня курицы сырой, это просто ужас. Чё там плямкаешь, а? Плямкаешь, стоишь. Не, не плямкаешь? Mm-mm. Ты только надумал, да, это сделать? Нет. Ну а чё ты не хаваешь? Да потом. Вот они, где мои два ТНТ. Это мои, это я сам делал. Да ладно, твои. Свести. Я тебе отвечаю. Есть этот, да, песок? Ну, пацана. Гони, как ты их делал? Где ты взял столько пороха? А у меня был тогда порох, когда я еще тогда с тобой играл. Ну, когда тогда еще. Когда только строился. Да ладно, свистишь ты мне. Свистишь ты мне, кролик. У меня стрелил молча. У меня там лежало как раз два ТНТ. Решил наебать меня, да? Ай-яй-яй. А? Ты гонщик. Да не, реально у меня там два ТНТ лежало. Я не трогал нифига. Может, оно и до сих пор лежит, не знаю. Нету там ничего. Да ладно, пошли вместе чем-нибудь взорвем. Давай, тебе их дам. Дам даже зажигалку. Пойдем наблюдать. Окей? Ага. На, забирай. Я тебя там третий выделил. И зажигалку, на. Только потом вернешь. Прикуришь и вернешь.
А где она? Да уже у тебя, пошли. А, сейчас. Хочу на это шоу посмотреть. Кстати, я вижу на карте даже ту дырку, где я взрывал, вон она.